Всем-всем привет, мои хорошие, рад видеть вас на канале Гороскоп. Хочу попросить вас поддержать мой канал, поставьте лайк, подпишитесь и не забывайте оставлять комментарии. Ну а мы начинаем, прогноз на 3 июля 2020 года. Приятного вам просмотра, поехали! Овен. Сегодня многие овны развернут тайную активность. Это может быть и нечестная игра, и доброе дело, например, лечение или благотворительность. Велика зависимость от ситуации, настроения или самочувствия. Возможен разговор с близкими людьми на деликатную тему. Если ваши намерения или методы сомнительны, вас могут вывести на чистую воду. Не исключен личный конфликт с представителем близкого окружения. Любовный гороскоп для Овна. Овны, обратите внимание на знаки и приметы, которые вы в этот день можете встречать на своем пути. Одиноких Овнов астрологические влияния могут настроить на авантюрный лад и сделать их неразборчивыми в сексуальных связях с противоположным полом. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. У Овнов в делах может сложиться нестабильная ситуация. Не торопите сегодня делать выводы относительно своей работы и взаимоотношений с начальством. Основная сложность этого дня в том, чтобы сохранять стабильность и надежность в собственном поведении. Если вы не выполняете взятых на себя обязательств, то в работе будут некоторые неприятности. Телец. Тельцам день сулит короткие поездки или прогулки, мотивирующие новости, оживление связи с роднёй или старыми друзьями. Неплохое время для деловых переговоров, если партнеры и контрагенты вам знакомы и вызывают уважение. Ситуация приглашает к доверительному тону. Подходящий момент для семейных бесед, приватного совещания, личной переписки, частной консультации, просьба о неофициальной помощи. Любовный гороскоп для Тельца. Если вы давно не баловали любимого человека, возьмите на себя инициативу организовать ужин при свечах. Сейчас идеальное время для нежных признаний и глубоких доверительных разговоров. Одинокие тельцы могут не сразу сориентироваться в ситуации. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. У Тельцов сегодня не самый лучший день для организации деловых встреч и обсуждения вопросов делового сотрудничества. Этот день хорош для рутинной работы, когда требуется серьезно сосредоточиться на делах. Для торговцев, консультантов, посредников и водителей транспорта день неблагоприятен, поскольку возрастает вероятность допустить некоторые ошибки. Близнецы. Близнецам сегодня нелегко, так как им приходится преследовать противоречивые цели. С одной стороны, необходимо отражать явные или скрытые атаки, с другой – стараться не принимать происходящее чересчур лично. Это может кончиться потерей душевного равновесия, деловой неудачей или болезненной личной ошибкой. Стоит исключить инициативу, не помешают меры против травм, стрессов, обострения недомоганий. Любовный гороскоп для близнецов. У близнецов появится потребность разобраться в своих отношениях с помощью психологических знаний. Использование тестов поможет вам вместе с любимым человеком осознать проблемы вашего союза. Найти подход к интересующему человеку одиноким близнецам поможет интуиция. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Сегодня звезды советуют близнецам воздержаться от инвестиций в развитие бизнеса, закупку технического оборудования, средств производства. Прежде всего, это касается масштабных проектов, требующих привлечения внешних заимствований. Это не самый лучший день для регистрации акционерного общества. Работа в составе коллектива может привести к путанице и спорам. Рак. Ракам сегодня пригодится их красноречие и коммуникабельность, а также природное чутье. За благопристойным фасадом событий порой будет таиться неприглядный бэкграунд, в который вам не захочется верить, особенно если вы верный фанатик какой-то персоны или идеи. Возможны осложнения в путешествии, в общении с иностранцами и иногородними. Не самый лучший момент для выбора компаньона или страны проживания. Любовный гороскоп для рака. Одинокие раки сегодня могут встретить свою любовь на просторах виртуального пространства. Раки, состоящие в длительных отношениях, сегодня готовы оптимистично взглянуть в свое будущее. Главное, чтобы оптимизм не подменялся излишней мечтательностью. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Звезды советуют ракам сдерживать свою критичность в отношениях с деловыми партнерами и клиентами. Да, сегодня вы будете способны точно подмечать ошибки и недостатки в поведении других людей. Но это не означает, что их обязательно надо озвучивать. В противном случае конструктивной работы не получится.
Лев. В эти сутки звезды не советуют львам доверять людям и обстоятельствам. По разным причинам подвести могут и те, и другие. Лучше не приписывать безупречности себе. Стоит вам оказаться в сомнительной ситуации, возможно, против своей воли, и ваше белое пальто будет испачкано. Чтобы поговорить о том, что вас волнует, вам придется найти подходящий момент, безопасное место и понимающего собеседника. Любовный гороскоп для Льва. Астрологический фон дня отразится на интимной стороне отношений Львов. Сегодня идеальное время для того, чтобы внести разнообразие в любовные игры со своим любимым человеком. Одинокие Львы сегодня также излучают сексуальное притяжение и готовы завоевывать чье-то сердце. Гороскоп карьеры и финансов для Льва. Если у Львов в работе начнутся препятствия, причину которых вам не сразу удастся узнать, то ищите ответы во взаимодействиях с коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют внимательно относиться к деталям в работе. У профессионалов не бывает мелочей, вы же знаете. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег, даже если эти замечания справедливы. Девы. В этот день девам важно видеть в своих собеседниках и хорошее, и плохое. Многое зависит от того, на что вы сами сделаете ставку в общении с каждым конкретным человеком, на его достоинства или пороки. Можно оставаться и верными друзьями, и конкурентами. В некоторых случаях эти линии неплохо уживаются. Подходящий момент для доверительного диалога, психологической консультации, беседы о духовном. Любовный гороскоп для девы. Не исключено, что девы почувствуют интерес к кому-то на стороне, однако вам вряд ли захочется доводить дело до реальной измены любимому человеку. Одинокие девы, попробуйте дать волю воображению. Возможно, с его помощью вы сможете лучше понять, кого именно хотите видеть рядом с собой. Гороскоп карьеры и финансов для дев. Сегодня хороший день для тех дев, кто занят выполнением привычной работы, которую хорошо знает и умеет. Сейчас не надо ничего усовершенствовать и предлагать новые решения. Выполните добросовестно свои обязанности, и все будет просто замечательно. Воздержитесь от планирования. Наиболее проблемно этот день сложится для представителей творческих профессий. Весы. Сегодня весы зависимы от обстановки. К счастью, она будет умеренно благоприятной и не позволит ситуации развиваться в нарастающем негативном ключе. Вы получите отдачу от усилий в виде выполнения срочной работы, наведения порядка или излечения от болезни. Возможно, помощь от родственников или поддержка из дома. Стоит уделить время своему здоровью, особенно если в этот день предстоит важный разговор. Любовный гороскоп для весов. Все важные обсуждения или поездки вместе с любимым человеком постарайтесь совершить в первой половине дня. Одинокие весы, не проявляйте безрассудства в общении с противоположным полом. Отправляясь на встречу с потенциальным партнером, не ждите немедленного признания в любви. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Сегодня весы могут преуспеть в вопросах профессионального обучения. Ваша профессиональная репутация значительно укрепится, поскольку вы сможете продемонстрировать свои глубокие познания. Также это отличное время для камевояджеров, занятых поисками новых рынков сбыта. Удачное время для проведения рекламных мероприятий. Скорпион. Сегодня скорпионы получат нужный им результат, в котором, по правде говоря, и не сомневались. Препятствия будут побеждены или окажутся настолько незначительными, что не смогут повлиять на ход событий. Не исключено, что вы получите даже больше, чем ожидали. Не стоит откладывать или прекращать раньше времени мероприятие, в ходе которого вы настроены продемонстрировать свои таланты во всей красе. Любовный гороскоп для скорпиона. Отношения неустойчивых пар в этот день могут дать серьезную трещину и даже привести к разрыву. Для прочных романтических союзов это может обернуться несущественной размолвкой. Одинокие скорпионы в этот день не станут стремиться к долгосрочным отношениям. Гороскоп карьеры и финансов для скорпиона. Сегодня в распоряжении скорпионов могут оказаться заемные финансовые ресурсы, которыми вы сможете успешно распорядиться. Если вы специализируетесь на партнерском бизнесе, то на ваш банковский счет могут прийти партнерские отчисления. Успех будет во многом определяться успешной деятельностью партнера. Стрелец. Стрельцы сегодня могут рассчитывать на потепление домашнего микроклимата, на чужую благосклонность, гостеприимство или временную сговорчивость. Удастся уладить жилищные или семейные вопросы, расширить территорию. В улучшении обстановки сыграет роль ваша персональная политика. Рычагом воздействия на события могут стать ваши щедрые материальные вложения, завоеванные права или заработанный авторитет.
Любовный гороскоп для Стрельца. Сегодняшний день для Стрельцов во многом проверка на терпение и дипломатичность. Постарайтесь справиться с возможной вспышкой гнева. Уладить недоразумение можно, проявив объективность и хладнокровие. Одинокие Стрельцы могут в корне пересмотреть свои представления о любви в целом. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. У Стрельцов это исключительно благоприятный день для развития и укрепления делового партнерства. Можно вести переговоры и подписывать договора о долгосрочном сотрудничестве. Если вы работаете в паре с деловым партнером, то выгоднее будет делегировать ему часть своих обязанностей. Итоговый результат работы от этого нисколько не пострадает. Козерог. Сегодня наиболее активные мобильные козероги будут вознаграждены за свою недавнюю настойчивость и веру в успех. Им удастся преодолеть все преграды и выполнить задуманное. Удачно завершится поездка, вылазка или поиск. Если накануне вы решили не искушать судьбу и благоразумно отсидеться в укрытии, еще не поздно предпринять что-то в начале этого дня. Вы легко наверстаете многое из мнимо упущенного. Любовный гороскоп для Козерога. Не исключено, что Козерогов посетят мысли о расставании с партнером. Однако эти размышления стоит подпитывать только в том случае, если вы уже не в первый раз приходите к такому выводу. Одинокие Козероги могут развить чрезмерную активность в поиске своего счастья. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Сегодня благоприятный день для тех Козерогов, кто работает по найму в крупном торговом коллективе. Отношения с коллегами и с начальством будут складываться конструктивно. Особенное внимание рекомендуется сконцентрировать на текущих делах, которые являются неотложными. Важно четко планировать свою работу и не нарушать сроков. Водолей. Водолеям этот день позволит уладить материальный вопрос, спасти или пополнить бюджет. Лучше сделать акцент на ресурсах, связанных с прошлым, например, заниматься начатыми сделками или погашением имеющихся задолженностей. Вся процедура этих суток требует тайны. Не стоит привлекать к решению своих финансовых и деловых проблем новых знакомых, лучше если вам помогут старые друзья или даже родственники. Любовный гороскоп для Водолея. Возможно, Водолеи придут к выводу, что преувеличивают серьезность проблем в своем союзе. В одиноких Водолеях может проснуться меркантильность. Не исключено, что вы будете оценивать потенциальных избранников не по схожести интересов и взглядов на жизнь, а по их финансовому состоянию. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. Если Водолеи собираются подыскать себе новую работу, то сегодня хороший день для рассылки или публикации резюме в интернете. Также вы почувствуете усиление творческих способностей, которые благоприятно повлияют на решение нестандартных ситуаций. Успешно поработают сотрудники туристических фирм и издательских домов. Рыбы. Рыб ждет напряженное утро. Возможно, неприятные последствия волнений, суеты или бессонницы. Не исключены столкновения с домочадцами. Но беспокоиться не о чем. Ваши порывы принесут отдачу, и она окажется больше, чем вы надеялись. Вы поймете, что вас не оставили друзья или высшие силы. Истинный секрет вашего успеха будет заключаться в верности личному идеалу или коллективной идее, выбранной когда-то в прошлом. Любовный гороскоп для рыб. Утро сегодняшнего дня – это идеальное время для укрепления отношений с любимым человеком. Для одиноких рыб этот день может оказаться чрезвычайно богатым на знакомства с противоположным полом, однако ожидать от них ничего перспективного, к сожалению, не приходится. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Звезды советуют рыбам браться только за те дела, которые вы сможете реализовать и полностью завершить в течение этого дня. Преуспевают работники семейного бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства, строители, ремонтники и риэлторы. Можно с успехом заниматься благоустройством рабочего места. Быстрым темпом пойдет подготовка отчетной документации. Вот такой у нас вышел прогноз, дорогие мои друзья. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам в ваших начинаниях. До новых встреч. Пока-пока.